לא על שכנים, אבל כמעט על שכנים. אנחנו נמשיך לדבר על לידת קהילה בירושלים. Итак, мы сегодня будем говорить продолжим говорить о рождении церкви в Иерусалиме. אני אבקש סליחה, כי היום ממש הכנתי שיעור גם שיעור מבחינת היסטוריה. Я прошу прощения заранее, сегодня я подготовил урок истории. זה לא רק שיעור היסטוריה, אבל גם כולל היסטוריה. Это не только история, не только урок истории, но и включает в себя урок истории. אוקיי. איפה אנחנו היינו? Где мы были? Кто помнит? עבדים היינו, עבדים. Амен. היינו עבדים, יצאנו, ברוך השם. אוקיי, мы теперь... אבל איפה היינו בפעם שעברה? Подожди, я переведу. Мы не рабы, рабы не мы. נכון, כן. אוקיי. כל הכבוד. איפה היינו פעם שעברה? Так. מעשה השליחים, זה כבר טוב. Дочь пастора знает. В книге Деяний 5 она сказала. Молодец. אוקיי, אני אתקן, היינו בהי, לא, בוו בעצם, אבל... Мы уже перешли в шестую, но, не, но это мелочи. אוקיי, אז אנחנו דיברנו בעצם שהשליחים היו בסנהדרין. Итак, мы говорили о том, что апостолы были в Синедрионе. היו להם כמה בעיות שם. У них там было несколько неприятностей. גם לפני 2000 שנה לא כל כך אהבו תלמידי ישוע. И 2000 лет назад тоже не любили учеников Иисуса. בגלל זה אני אומר שצריך לאהוב את השכנים. Поэтому я говорю, что надо любить соседей. כי יש כל מיני אנשים, יש אנשים שהם, אם הם פתאום מכירים שאתה אוהב את ישוע. Потому что есть люди, которые, когда вдруг узнают, что ты любишь Иисуса. הם מפסיקים לאהוב אותך. Они перестают тебя любить. מי חווה כמה דברים כאלו בחיים? Кто пережил такой опыт жизни, да. אוקיי, וגם השליחים בעצם, שהם היו בירושלים. Точно так же апостолы, когда они были в Иерусалиме. הם חוו כמה דברים לא נעימים. Они пережили несколько неприятных моментов. אנחנו דיברנו על זה כבר. И мы об этом говорили уже. והגענו למקום שהיה קונפליקט. И мы пришли к моменту, где был рыв. Рив, беседа, конфликт, рив. Где была ссора. В Баарец кимат эйн конфликтим. А у нас в стране почти нет ссор. Аваль лифне альпаем шана ая эхад. Но 2000 лет назад был один маленький конфликт. Рак эхад, кен. Только один. Аз доврей еврит. Итак. Ло, бон атхил каха. Мааминим доврей еврит. Итак, верующие, которые говорили на иврите. Вы мааминим доврей яванит. И верующие, которые говорили на греческом. Эм питом атхилу... לסכסך, נכון? להסתכסך. או להסתבך. אני, אוניך דרוג נצ'ליס פרובלמי דרוג משדו דרוגם, אף פרושלי רס פסטר פריוול כק גבריאשי נעברית, גבריאשי נרוסקם, דה? כן, עשיתי דוגמה דוברי רוסית ודוברי עברית, כן, אבל כתוב בטקסט... שזה יהיה יותר קרוב, כן, יותר קרוב לחיים, נכון. ובעצם מה הייתה הבעיה? איפצ'ום בלה פרובלמה? לחבר'ה של דוברי עברית, לאלמנות, נתנו אוכל וכסף. На иврита говорящим, для вдовам и сиротам давали деньги и еду. ולדוברי יוונית לא נתנו. А грека говорящим не давали. הלכו לביטוח לאומי, אתם יודעים, נכון? Да, вот они пошли в социальные как бы службы. והייתה בעיה, אבל בסדר. И была проблема. בשביל לפתור את הבעיה, и для того, чтобы решить эту проблему, בחרו אנשים, נכון? Выбрали людей. ואנחנו דיברנו, אנשים עם שמות מאוד לא מוזרים, אבל לא רגילים לארץ. И мы говорили о том, что это были люди с именами, которые непривычны к нашему уху. Стефанус. Стефан. Николаус. Николай. Прохорус. Прохор. Замечательное имя. כמעט פרוסקו, נכון? Да, почти по-русски, да. אז הם בחרו בעצם מאמינים דוברי יוונית. Итак, они выбрали верующих из говорящих на греческом. בשביל לטפל בבעיות של דוברי יוונית. И для того, чтобы решать вопросы греко-говорящих верующих. ובואו נקרא פרק ו' פסוקים מ-1, אוי, סליחה, לא מ-1, כן, מ-5.
И давайте прочтем. Итак, Деяния апостолов, 6 глава, 5, с 5 по 7 стих. «Вся община одобрила это предложение и избрала Стефана, человека исполненного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, антиохийца, из обращенных язычников. Их представили апостолам, и те помолились и возложили на них руки. Божья весть распространялась все шире, и число учеников в Иерусалиме росло, покорились вере и многие из священников». אז אנחנו רואים בעצם שבחרו את האנשים האלו, אז מה השליחים עשו? Итак, мы видим, что когда выбрали этих людей, что продолжили делать апостолы? Они самху ядаем, נכון? Они как бы возложили на них руки. בשביל מה? Для чего? Окей, בסדר, הם הביאו סמכות, נכון. Итак, они передали власть. אבל סמיכת ידיים... Маза атрибута азот, килу, мефо за егия. Но откуда пришла вот эта традиция возлагать руки и молиться? Давид умер, что забами ядут. Давид говорит, что это пришло из ядут. Они умер, что забами нуцрут. Я говорю, что это пришло из христианства. Кто Паша больше? Умер, что забами ислам бихлаль. А Паша говорит, что это из ислама пришло. Да? Паша, ну ты ж... Скажи да. Молодец. אז מאיפה זה הגיע? Так откуда это пришло? Ну, נדמה לי 70... מי צודק, בוא נגיד ככה? יופי. יופי. זה הגיע מיהדות, דוד צודק? דוד прав, это пришло из יהדות. О, צדק. Он, то есть, как Моисей возлагал руки на... בשביל להעביר סמכות, משה בעצם סמך ידיים על 70 אנשים שהיו צריכים לעזור לו. Итак, для того, чтобы передать власть, Моисей должен был возложить руки на 70 человек, которые будут ему помогать. אז משם הגיעו זקני העם, נכון? И оттуда как бы произошли старейшины народа. ודרך אגב, סנהדרין... И, кстати, Синедрион. Им бецем гам лакху это миспар 70 או 72. Есть викухим על זה, אבל בעצם Санхедрин לקח גם 70 או 72 אנשים בשביל לשפוט או להחליט עניינים פה בארץ. И Синедрион, они тоже взяли 70 или 72, по этому поводу есть споры теологические, но как бы оттуда они взяли 70 человек, которые будут решать все спорные вопросы в Израиле. ועל זמנים שאנחנו מדברים עכשיו, עוד לא היו אנשים שקראו להם משיחים. И о временах, о которых мы сейчас говорим, еще не было верующих, которых называли мессианские евреи. Им בעצם היו, רוב מהם היו יהודים. Большинство из них были евреи, שקיבלו את ישוע, которые приняли Иисуса, והתחילו, כאילו, ללכת אחריו ולהיות תלמידיו. И которые ходили за ним и стали его учениками. אני רציתי גם לדבר קצת על השפעת... תרבות יוונית על ישראל באותם זמנים. И я бы хотел вот сейчас поговорить немножко о влиянии греческой культуры на Израиль в те времена. כמובן שרוב מהם באו מרוסיה, נכון? או מאוקראינה, או לא חשוב, מברית המועצות. Кто? Греки? לא, לא, לא. רוב מהם, אני אמרתי. כמובן שרוב מהם... מי? סליחה, ממכם, סליחה. גוספיטי. Мими, ров. Вы сафа каша, кен. Да, сафа каша, кен. Ну ладно, короче. Большинство из вас из Советского Союза. Вы, камуван, что лифахот пам эхад бахаим, атем хашавтем, маа машмауто шел ашем шели. Ло шели, шел ахем. И каждый из вас, может быть, задумывался хоть один раз в жизни, что означает ваше имя. Айм за нахон. Да? באיזה גיל אנחנו התחלנו לחפש את הזהות שלנו? В каком возрасте мы начали искать самоопределение, кто мы? באיזה גיל פעם ראשונה שאלת את עצמך, אני יהודי, מה זה אומר? В каком возрасте ты первый раз спросил, сказал себе, я еврей, и что это значит? או יותר נכון להגיד שבברית המועצות, מתי זה היה פעם הראשונה שאמרו לך שאתה יהודי המסריח, נכון? Или лучше спросить так, в каком возрасте в Советском Союзе тебе первый раз сказали, что ты вонючий еврей? В 4. Есть אנשים שכן, קיבלו את זה ב-4, есть אנשים שב-9. Да, у меня было, да. Окей, בסדר.
אבל פעם ראשונה התחלתם לחשוב על זה שאתה כאילו יהודי או רוסי או לא חשוב, אתה שייך לאיזשהו עם, נכון? Итак, неважно, еврей ты или русский, но ты как бы понимал, или украинец, но ты как бы понимал, что ты принадлежишь к какому-то народу. והשם שלך יש לו משמעות. И твое имя имеет какой-то смысл. נכון? Да. Марина, מה המשמעות של שמך? Какое значение имени Марина? Гавань, Марина, гавань. Okay. На греческом гавань. Намаль. Намаль, но не совсем намаль. Вот-вот, Марина. Йофи, Эрцлия Марина, Батьям Марина. Акон шели, кен. Окей. Таня, мама шмаучил шмех. Учредительница, устроительница. Ага, окей. Зот еще мисадерет, кен садранит. Садранит, кен стам садранит. Аз беглалзец мисадерет бабайт в альтитлонини, окей, беседер. Зе аурим, ашим им. Окей, зе беглал ашим, окей. Да, во всем виноваты родители, да. Авал лама они шуэл это шилота элю? Почему я спрашиваю вас это? כי באותם זמנים בארץ היו כל כך הרבה שמות אלניסטים, כמו שאומרים, או שמות יווניים. Okay. Почему я вас спрашиваю? Потому что в те времена в Израиле было очень много греческих имен, которые пришли как бы из греческой культуры. И вы знаете, что между римлянами и греками было много войн. И в конечном итоге римляне победили. Но через какое-то время греки сказали так в гордости. Мы не победили на поле битвы. Но мы победили в культурной войне. Потому что через какое-то время даже в Риме начали говорить на греческом. Это считалось как бы признаком высшего общества, говорить на греческом. Пастор, лама там и добирался. И чего ты об этом говоришь? Бемет. Ну, бемет. Для меня хватит это яванита. Кого волнует вообще это вот все связанное с греками? Боунире. Давайте посмотрим. Боуникра суким миш... Мама, я не лорое. Мишмоне адасов. Давайте прочтем. Перек вав, суким мишмоне адасов. Давайте дочитаем шестую главу с восьмого стиха. Стефан, щедро одаренный Богом и исполненный силы, совершал в народе чудеса и великие знаки. Но нашлись люди из так называемой синагоги вольноотпущенников. Ее посещали киренцы, александрийцы и выходцы из Киликии и провинции Азия, которые стали спорить со Стефаном. Но Дух дал ему такую мудрость, что они не могли ему противостоять. И тогда они подговорили несколько человек заявить: «Мы слышали, как он вел кощунственные речи против Моисея и Бога». Этим они возбудили против него весь народ, старейшин и учителей закона. Потом они схватили Стефана и привели его в совет. Они выставили лжесвидетелей, давших такие показания: «Этот человек все время выступает против нашего святого храма и закона. Мы сами слышали, как он говорил, что этот самый Иисус Назарянин разрушит наш храм и переменит все обычаи, которые передал нам Моисей». Члены совета внимательно посмотрели на Стефана, и им показалось, что у него лицо ангела. Сипур меод мукар, нахон? Очень известный рассказ, да? Мишу мисапирали Иешуа. Кто-то рассказывает об Иисусе. Мишу митнагед. А кто-то противится этому. Басов аргуоту. И в конечном итоге его убивают. Они пошут яхзор лебдиха азот. Я просто вернусь к этой шутке. Вы знаете смысл всех праздников в Израиле, да? Они хотели нас убить. Бог не позволил. Давайте покушаем. זה בעצם המשמעות. Это смысл. פה הסיפור מאוד מוכר, כי אנחנו בפרק לפני זה אנחנו ראינו כמעט אותו סיפור. И здесь как бы это очень близко по смыслу, что их хотели убить, Бог не дал, и слава Богу, потому что в предыдущей главе мы видим, как действительно апостолы были на волосок от смерти. זה היה בפרק כאילו לפני זה, אבל עכשיו... Это было в пятой главе, а сейчас... מי זה אנשים האלו מבית כנסת המשוחררים?
Кто же были эти люди, которые были из синагоги вольноотпущенников? Знаете, я верующий более 20 лет. Вы знаете, я когда был молодой верующий, я даже не обратил внимания вообще на этот, вот, этот факт. Подумаешь, какие-то там, какая-то синагога вольноотпущенников. Но когда я приехал в Израиль и начал более углубляться в Киблю машмаут бишвили питом. И многие вещи они приняли смысл как бы для меня. А китве акодеш им беэтсем атам йодим, итхилу лиот 3D, ло 2D, афилу 4D, гам им рехот. Как бы писания для меня перешли из плоскости в трехмерное, даже в четырехмерное пространство. Атам йодим, еш айом айти айну ба Украина, раину сратим 7D. Мы были в Украине и видели фильмы в семимерном измерении. Где ты тебя трясет вместе там с происходящими в кинотеатре. На тебя брызгают водой. На тебя дует ветер. У тебя есть запахи вдруг. Кто-то на тебя прыгает. 7D. Что такое для тебя священное писание? 1D. Что поэтому, ну это как бы вообще ничего. 2D. 2D. Это как бы стам дапим, что ты раита, и ты миншек это танах, сам это ал мадав. Или, допустим, это 2D, то есть ты видишь страницы, закрываешь книжечку, целуешь ее, ставишь на полочку и все. 3D, что ты бецем корет зе, и ты нихнас ле сипур, и афилу мазия, что ты хошев аль сипур шел Йосеф. 3D, когда ты действительно читаешь Писание, когда ты как бы начинаешь сопереживать Писанием, и когда у тебя даже выступает пот, когда ты читаешь, например, о историю жизни Иосифа. Когда ты читаешь, что 14 лет он был в тюрьме ни за что, как ты воспринимаешь Писание? Агадот шель Савта Амбатия о... Савта Батия. Савта Батия, Амбатия... Ну, я говорю Амбатия бехавана, потому что мы тут цахакну им ялодим. Савта Амбатия им галгалим, нахон? Окей. Как ты воспринимаешь Писание? Как сказки бабушки ванной? На колесиках. Ну, это если дословно переводить, как порядочный, как порядочный переводчик, да. Мы просто так в детстве с детьми смеялись. Как ты воспринимаешь Священное Писание? Как просто какие-то пака-пака? Или как история израильского народа, которая действительно состоялась? Кто же были эти вольноотпущенники? У нас сегодня есть евреи, которые называют себя реформистами. Которые говорят, нет проблем, женщина тоже может быть равом. Яла, лесбиот яхолот льет рабаним бебейткнесет. Лесбиянки могут быть раввинами типа. А бемет? Да. Вау. Вау. Тогда какие священные писания вы читаете там в вашей синагоге? Маза бедюк. Что это действительно? Мы знаем, что говорят писания о гомосексуалистах и лесбиянках и о всем зле, которое есть в мире. Тогда как они могут быть еще и раввинами? Как они могут находиться в священном месте, на которое Бог призывает людей? Что вы думаете, кто же были эти вольноотпущенные?
Вольно отпущенные от чего или от кого? Миарнона. А? От Арнона их как бы освободили? Микитвей Акодыш. От Священного Писания их освободили? Есть сегодня мишухрарим баарец, кен, а мишухрарим Микитвей Акодыш, им лом, ло шамрим клум. Есть сегодня те, которые как бы вообще не воспринимают Писание, вообще ничего не воспринимают. Эм хаим кмо шехем роцим. Они живут так, как они хотят. Вэм бэцем йорким лепаним ше лепанав ше лелохим. И они плюют как бы в лицо Господу. Шекара это ам шелану льет ам кадош. Который призвал наш народ быть священным. Ор легоим. Быть священным народом. Ор леолам. Светом, язычником и миру. Веколь мене ор. И с любым светом. А им анахну ор айом. Мы сегодня свет? Туда, Давид. Спасибо, Давид. Аз ми мишухрари маэле. Так тоже они такие, эти вольно отпущенные. Атем зохрим, что Стефанус ая довер яванит. Вы помните, что Стефан, он был греком, грекоговорящий. Кама сафот удибер, матем хашим. Сколько языков знал Стефан? Лефахот штайм. Лама ата хошев каха? Почему два именно, Тимур? Окей, тагид лама. Яванит, ромит, латинит, стоверет, арамит и иврит. Окей, Давид думает, что он знал четыре языка: арамейский, иврит, латынь и греческий. Ромит, бецем, сафаромит. Ну, как бы латынь это римский. Окей, есть от деот? Есть еще предположение? Энлан от деа, хасара от деа эхад. Атем юдим, эфо ше еш не юдим, еш шалош деот. У нас еще одно мнение не хватает. А юб эцем рак штайм, аз приход эхад. Высказано только два мнения, а у нас же все должно быть по правилам. Там, где два еврея, должно быть три мнения, поэтому... Эх атем яхолим леухиях меактувим, ше Стефанус дибер иврит? Как вы можете доказать из Писаний, что Стефан знал иврит? Когда Стефан стоял в Синедрионе? Ну, а я сам митаргем, нахон? Нет, там был переводчик. Тагид. Давид сказал, что в Синедрионе говорили на арамейском, это был принятый язык в основном, да, молились и, наверное, обучали в синагогах на иврите, в различных организациях говорили на латинском, то есть римском, и забыл. А между собой говорили на греческом. Спасибо. Окей, а тем йодим, что они меодо гевета хаферот по баарец, хаферот археологиот. Кама не оев хаферот бемоа, хавал за термил. Вы знаете, что я очень люблю как бы раскопки археологические, а также раскопки головного мозга. ילדים יודעים את זה, אבל... Да, мои дети это знают. כן, עכשיו אנחנו נדבר קצת על היסטוריה. Итак, сейчас мы поговорим немножко об истории. בעצם המילה ליברטיני... Итак, слово ליברטיני... ליברטי... לא, זה לפסטה לממיה, ליברטיני... ליברטיני... כל מיני דברים כאלו, כן. זה בעצם, המשמעות המילה זה בעצם חופש. Итак, смысл слова ליברטיני это свобода. ואתם יודעים את השם של פסל הזה בארצות הברית, איך זה באנגלית? Вы знаете, вы же знаете эту статую свободы, да? На... The lost statue of freedom. А ее не называют статуей свободы в плане статуя freedom. Ее называют либертини. Ее называют либертини стейдж. Лама. Почему? Ки либерти за мила мамаш ютер хава мистам фридом. Потому что либерти это слово, которое имеет гораздо более широкое значение, чем фридом. Есть гам машмаут машмишпатит ба мила либерти. В слове либерти заложено также значение судебное. אנחנו נחזור לשנה 63 לפני הספירה. Итак, мы вернемся к 63-му году до нашей эры.
Я попытаюсь прочесть это имя, только, пожалуйста, не судите меня. Гнаеус. Гнаеус. Помпиус. Помпиус. Магнус. Магнус. Аллилуйя. Итак, он был генералом в римской армии. Помпеус, Помпиус, Лоэдер. Помпейской армии. והשם שלו בעצם, אנחנו מכירים את השם, גם עיר שנהרסת באיטליה, כן, בדיוק. Я шемшел алуф азе, Помпеус. Да, Помпея, город, который был абсолютно уничтожен вулканом в Италии, он как бы был назван в честь. אבל אתם יודעים שאצל כל הקיסרים וכל האלופים של רום... Но вы знаете, что между всеми генералами и кесарями Рима у них была одна болезнь. Они все хотели быть Магнусами. Магнус – это магнив, как боевые. А Магнус, Магнус обозначает как бы просто крутой. Кен, бедюк, кули казе. אז בשנת 63. Итак, в 63 году до нашей эры. Цава ромит ве Магнус азе. Римская армия во главе Магнуса. Эм бау ве бецем ницху эта цава шел хашмонаим. Они пришли и победили армию хашмонаим. Ве ми 63 бецем гаром нихнас ле эрец Исраэль бес бецура мухлетет. Окей, итак, с 63 года до нашей эры римская армия как бы внедряется в Израиль полностью. В улаках гам, кама иудим, от кама ше ядуали, улаках там гам ле Рома, ле Италия. И несколько евреев были взяты в Рим. Ло кама иудим, кама, не знаю, альфе иудим. Ну, какое-то количество евреев было взято в Италию, в Рим. ואחרי כמה זמן שחררו אותם. И через какое-то время они были отпущены. ואני פשוט אומר, יש כמה גרסאות. אני אומר, גרסה אחת, שהם חזרו לירושלים. И как бы есть несколько версий, я сегодня озвучу только одну из них. Они вернулись в Иерусалим. והם התחילו את הבית כנסת המשוחררים. И они начали вот эту самую, вот эту самую синагогу от вольно отпущенных. שוב פעם, זה גרסה אחת. Это одна версия. Хофер археолог Раймонд Вайл. Археолог Раймонд Вайл. בשנת 1913-1914 году. הוא מצא שלט בדרום עיר דוד, לא רחוק משילוח. Он нашел скелет недалеко. Шелет. табличку такую недалеко от города Давида. שבעצם בשלט הזה היה כתוב שפה היה בית כנסת. איתם было написано на этой табличке, что здесь была синагога. והמייסד של הבית כנסת היה... И как бы глава, основатель этой синагоги был... Теодотус. Теодор. Теодотус. Теодотус. ברוסית זה פידות. פידות. אני מצטער, שמות האלו מצחיקים, אבל אין מה לעשות, היסטוריה. תאודוטוס, בן של וטנוס. איתק, את התאודוט, סין, פיודר סין וטנוס. וטנוס. שהוא בעצם היה המייסד, והוא היה גם הכהן. און בל אי אסנבטלם את הסינגוגי, אי סבישניקם. אתם יודעים מי זה כהנים, אנחנו למדנו. Вы знаете, кто такие священники, об этом мы уже изучали. והוא היה גם ראש הבית כנסת. И он был как бы главой вот этого самого, вот этой самой синагоги. ושלט הזה בעצם מוכיח שהבית כנסת הזה... И как бы эта табличка, она доказывает, что это синагога. הזאת? נכון, בית כנסת הזאת. שכולם שם דיברו יוונית. Говорит о том, הזה או הזאת. כל הזמן מבלבלים אותי. אוקיי, так вот, эта синагога, она была синагогой, говорящей на иврите. לא, לא, יוונית. אוי, на греческом. הם היו דוברי יוונית. Итак, они были греко-говорящей синагогой. ושם תאודוטוס, זה בעצם שם יווני. А имя Фёдор, это вообще-то греческое имя. והשם וטנוס זה בעצם שם איטלקי או לטיני. А имя Ветенус – это итальянское имя, то есть латинское.
שבעצם יכול להגיד שתאודוטוס היה בן של בן אדם שהוא היה, שבעצם הפומפאוס לקח אותו לרום. Итак, можно предположить, что этот Федор был как бы сыном Ветенуса, который был как бы уведен в плен тем самым генералом Магнеусом. Ло-ло, Помпеус. Магнус זה היה המגניב, כאילו. Okay. Помпеус זה היה השם שלו. Okay. Помпеус. אז למה זה כל כך חשוב? И почему это важно? ולמה אתה מבלבל לנו את המוח? И почему ты нам пудришь мозги, пастор? כי בעצם מבחינת ארכיאולוגית הוכיחו שכן היה בית כנסת דוברי יוונית בירושלים. Потому что с археологической точки зрения было доказано, что да, была синагога греко-говорящих в Иерусалиме. אף אחד לא יכול להוכיח אם זה היה הבית כנסת איפה ש... Стефанус התחיל לריב איתם. Никто не может, естественно. Они התחילו בעצם לריב. Никто пока не может доказать, была ли это синагога, в которой именно Стефан и начал спорить с ними. אבל מה שחשוב לנו, אנחנו צריכים לדעת שכן היו בתי כנסת שדיברו יוונית. Но что для нас важно, чтобы мы знали факт, что да, были синагоги греко-говорящие в Израиле на тот момент. ואני חושב שסטפנוס בעצם, כי דובר יוונית, קודם הלך לבשר את הבשורה לחבר'ה שלו. И я думаю, что Стефанус, как греко-говорящий еврей, сначала пошел проповедовать как бы своим. כי אנחנו דוברי רוסית. Потому что мы как русскоговорящие. רוב הפעמים אנחנו הולכים ל... В большинстве случаев мы идем и говорим с русскоговорящим. לפרוסקו, נכון? Да, с русскоговорящим. כי אנחנו יכולים להסביר דברים. Потому что так нам легче объяснять вещи. אתם יודעים שעד שנה מסוימת... Вы знаете, что до определенного года... הרבה אנשים בעצם מדענים, נכון? Многие, да, ученые. מדענים, הם היו אומרים שבעצם פונטיוס פילטוס זה הכל שטויות, הוא אף פעם לא היה בהיסטוריה, ואף אחד לא יכל להוכיח את זה. Вы знаете, что до определенного момента некоторые из ученых доказывали, что Понтий Пилат вообще не существовал как личность в истории. וכתבו כל כך הרבה ספרים בשביל להוכיח שהבשורה היא בעצם לא כל כך נכונה, כי אנחנו לא יכולים להוכיח כלום. מבחינת היסטורית. Основываясь на этом, очень многие пытались доказать, что Новый Завет, как бы, он не соответствует исторически тому, что рассказывает. אבל אתם יודעים שאצל אלוהים יש חוש הומור, נכון? Но вы знаете, что у Бога есть чувство юмора. במידה כל כך גבוהה. И у него есть чувство юмора на таком высоком уровне. קודם הוא חיכה עד שיכתבו את כל הספרים. Сначала он подождал, пока все умники напишут все книжки. נכון. והם כתבו את הספרים, אובי ככה, ככה. И написали вот такие, вот такие, вот такие книжки. לא היה פונטיוס פילטוס. Где доказывали, что никогда в жизни не было Понтия Пилата в земле израильской. ופתאום. И вдруг. מוצאים את האבן. Находят камень. ועכשיו הוא כאילו בירושלים, במוזיאון. И сейчас он находится в Иерусалиме в музее. שמוכיח שפונטיוס פילטוס כן קיים. И который доказывает, что да, был Понтий Пилат. ובעצם הבשורה. И тогда получается, что Новый Завет. זה מסמך מאוד אמין. Это в сущности документ, на который можно положиться. וכל הכסף. И все деньги. וכל הנייר. И вся бумага. וכל ה... חכמים. И все мудрецы. הם הלכו ככה לאט לאט בשקט לצד. Они как бы вот так вот в стороночку отошли тихонечко и незаметненько. מה הלקח? Какой вывод? אף פעם אל תריב עם כתבי הקודש. Никогда не спорь с писаниями. כי בסוף. Потому что в конечном итоге. אתה תרגיש לא נעים. Ты почувствуешь себя очень неудобно. כי אתה לא יכול לשנות את אלוהים. Потому что ты не можешь изменить Бога. אתה לא יכול לשנות את היסטוריה. Ты не можешь изменить историю. והיסטוריה בעצם מוכיחה מוכיחה? כן. מוכיחה לנו. И история, в общем-то, доказывает нам, שאלוהים כן קיים. Что Бог, да, есть. שהוא כן שלח את משיח. Что он дал, послал Мессию. ומשיח היה פה בארץ. И Мессия был здесь, в стране. והוא עוד יחזור. И что он еще вернется.
Есть гам хелек психологи ба кола сипур азе. Итак, есть еще и психологический момент во всем этом рассказе. Анахну дибарну аль рав Гамлиэль, нахон? Мы говорили в прошлый раз о раввине Гамлиил. Рав ахахам шеу кам бе Санхедрин. Умный раввин, который встал посреди Синедриона. Бешвили зе бемет Исраэли емити. Для меня это действительно настоящий израильтянин, который встал и сказал: ребята, чего вы мутите воду в стакане? Отпустите этих людей. Если это от Бога, то вы в сущности идете против Бога. Если это не от Бога, так они сами по себе исчезнут. И поэтому Синедрион, прислушавшись к нему, отпустил их. И мы говорили о том, что вот это и называется мудрость. Итак, вот эти вот ребята вольно отпущенные. Они были более фанатичны. Лама. Почему? Они доверусит, а если схут ли добиралейну, нахон? Я русскоговорящий, поэтому у меня есть право поговорить о нас. Есть люди, которые как бы приезжают в страну. И они ищут как бы самоидентификацию. Это как бы неплохо. Потому что вы знаете, что коммунизм, он разрушил самоидентификацию евреев в Советском Союзе. Не разрешали верить в Бога, не разрешали синагоги, не разрешали традиции. Итак, многие приехали в Израиль и приняли Яудут, потому что это как бы естественно для евреев. Потому что для еврея естественно принять Яудут. И после того, как они приняли Яудут, они превратились в людей, которые нетерпимы к другому мнению. Лама? Почему? Потому что сейчас они наконец-то почувствовали, что они настоящие евреи, и вот они приняли Яадут, и поэтому только Яадут, и больше ничего. Или, допустим, они пережили какое-то отвержение от местных, рожденных в Израиле, и таким образом решили, что вот они примут гиюр, иудаизм, и они как бы обязательно докажут, что они настоящие евреи, будут приняты этим обществом в конечном итоге. Знаете, что смешно? Что даже раввины сегодня не могут дать точное определение, кто же такой настоящий еврей. Или что это такое? Вы знаете, что есть также очень много разветвлений в иудаизме. Есть рабби Милубавич. Есть раввин из Любавичевский. Есть рав Кадури. Есть рав Кадури. Есть кольмине нашим. Есть рабби раввин Нахман Миуман, Миуман, Бреслав, Бреслав, Кен. Они лоди бартим, камуваним, коля рабаним аело. Я не разговаривал со всеми раввинами этими. Авал дибартим хевреми кольменет нуот баядут вешальти маза иудия имити. Но я говорил с некоторыми раввинами из различных конфессий и спрашивал у них один и тот же вопрос: что же такое для вас настоящий еврей? Коля хад натан чува ахерет. И каждый дал другой ответ. Эйн Ахдуд беавана маза иудия имити. Нет, даже у раввинов сейчас как бы единство в определении, кто такой настоящий еврей. Эйн ахдуд белимудим шарабаним нотним айом бетнуот аэлу. И нет единства в учениях, которые раввины дают вот в этих вот конфессиях. Лама. Почему? Валя, ты умерет машу, нахон? Валя, что ты сказала? Есть мида, у Вали всегда есть свое мнение. Нахон. Бедюк, а нахон, туда Валентин. Вау. Да, а ответ он три еврея, то есть два еврея, три мнения. Лама есть сколько хабе халукот?
Итак, почему махлокот, есть такое разделение? Гамли ешдя, а не мецтая. У меня тоже есть мнение, прошу прощения. Если на китве я кодыш. У нас есть писание. Ванахнулохим ахрей китве я кодыш. И мы просто не следуем писаниям. Анахнулохим ахрей кольмине рабаним. Мы идем за различными раввинами. Кольмине пирушим. За различными интерпретациями писаний. Аваланахнулом истаклим ле китве я кодыш. Но мы не смотрим непосредственно в писание. Эхше Элохим натан лану. Как Бог дал нам. Эхше Элохим натан лану месер беэцем шеу муван. Как Бог дал нам, в общем-то, послание, которое абсолютно ясно. И если мы действительно погружаемся в Писание и изучаем их, то мы получим ответы от Господа. В этой общине мы верим, что Бог говорит только через Писание. Даже я могу ошибаться. Могу ошибаться. Нахон. Я только перевожу, да? Нахон. Когда мы начали эту общину, мы говорили об этом. Если он ошибается. И если вы видите это в Писании, что пастор ошибается, мой дом всегда открыт для того, чтобы обсудить это. И если я действительно ошибаюсь, я готов изменить свое мнение. Окей. Я просто мистакел, хевре. Вот кама зман мишар, вот кама дворим по ешли, вау. Итак, как всегда, okay. Времени мало, а рассказать хочется много. Тов, они рацити лагит гам, что мацу это бет кнесет, шел доврей яванит бедром Ир Давид. И так, я хотел отметить, что вот нашли это греко-говорящую синагогу недалеко от города Давида. В южной части города. И вы знаете, что есть там место, которое называется Шилоах. Как это? Силуам. Окей, йофи. Барусит за Силуам. На русском это Силуам. Баеврит Шилоах. А на иврите Шилоах. Баеврит мила... Маяна Шилоах, нахон, авал кен, а я шам гам это... Называется это источник Силуам. Шахахти, ну. Бреха, нахон, килу бреха шел Шилоах. Там был, вот, там было, да, ну, да, такой бассейн, типа лама маленький. Лама еш казе евдель бен русит ва еврит? Силуам, ше бецем бихлал, килу, мем софит ба русит, ва Шилоах хет... Почему есть такое разночтение вот этого названия по-русски и на иврите? Что на иврите слово вообще заканчивается на звук «х» – «шилоах», а на русском почему-то на «м» – «силуам». Валя, держи себя в руках. Ло, Валя просто там раз, русим им кулами субахим. Валя просто сказала, что все мы заморочены. Но это неправда. Да, мы можем над собой посмеяться, да. Окей. На мой взгляд, я не настаиваю, что это истина в последней инстанции. שהם היו מתרגמים לרוסית, הם פשוט לא ראו ששילוח זה חטא וזה לא מם סופית, כי אם אתה כותב חטא קצת בצורה לא נכונה, אז אפשר להגיד שזה מם סופית. Я думаю, что с моей точки зрения они просто ошиблись в чтении, потому что если ты пишешь окончательную хэт чуть-чуть неправильно, то это можно воспринять как мем софит. Это уже для тех, кто понимает, что такое мем софит. אז בגלל זה סילואם ושילוח, כי שילוח יש לזה משמעות, שלוח. Итак, слово «шилох» у него есть смысл, который «шалуах» – «посланный». «Весилуам» – «а у силуам» – «эн шмен машмаут».
Окей. Костя решил, что это другой смысл. Окей. Более другой, да. Окей, окей. Аз нахну беэцем... Боу не дабер кцат, кен. Аль зэ ше беэцем... Стефанус итхил дабер им хевре добре яванит. Итак, Стефан разговаривает с греко-говорящими евреями. Матхил левасерет Яшуа. Начинает рассказывать им об Иисусе. Ве... И... Каргил... Как обычно. Мау микабель. Что он получает взамен? Ну, пока не, как бы не избиение, но сопротивление. Что сказали Иисусу фарисеи и саддукеи? Кто помнит? Кто помнит? Дебата негед Бейт Амигдаш. Ты говорил против храма. Вау. Дебарта негед Муса. Ага. Негед Муса дебарта. Ты говорил против Моисея. Моше. Моше. Ой-ой-ой-ой. Зео маспик. Все достаточно. Маспик бишвил ларог бен адам. Для того, чтобы убить человека, этого достаточно. Аз по анахну руим басипура зе руим ото давар. И здесь мы видим то же самое. Лакхото ле Санхедрин. Его взяли в Синедрион. Отпам Санхедрин. Опять в Синедрион. Зе перек ваврак. И это только шестая глава в книге Деяний. Но сколько раз мы уже сходили в Синедрион? Кто помнит? Три или четыре раза мы уже в Синедрионе. Только ученики Иисуса начали рассказывать о нем, как уже они были в Синедрионе четыре раза. God bless Sanhedrin, can... Бог благослови Синедрион, да? Лама им кульках луаву там. И почему же они так их не любили? Аз маем амру ото давар. Почему? Потому что они говорили то же самое, те же лжесвидетельства. Кен, им измину это идей шейкер. Они пригласили лжесвидетелей. Ваэтхилу ледебер негед Стефанус. И стали, которые говорили против Стефана. Ваэм амру, у медабер негед Моше. И они сказали то же самое, он говорит против Моисея. Авал боу нистакель, ми беэмет дибер негед Моше. Ну давайте мы посмотрим, кто действительно говорил против Моисея. Санхедрин у ашлихим. Синедрион или апостолы? Ше Санхедрин и вим эдей шекер. Когда в Синедрион привели лжесвидетели? Эзе митцва им шавру. Какой закон они нарушили? Ло, яша митцва альти шекер. Есть как бы есть закон не лги, а есть закон не лжесвидетельствуй. Шмот хав шешесре. Итак, в притчах, да? Ну, то есть в исход 16. Шмот хав шешесре. Итак, в хав это 30? 20. Итак, в исход 20 глава 16 книг в книге исход. Макатув шам. Что там написано? Бецем тискеру, шмот хав перек хав, зе бецем кол эсер адиброт, ше Элохим натан ле Моше. Запомните, пожалуйста, исход 20 глава, это все 10 заповедей, которые Бог дал Моисею. Вэхад мэхэм бецем умэр, ше аль титэн идут шегер негед рэха. И одна из заповедей гласит: не лжесвидетельствуй против своего ближнего. Так кто же нарушил закон Моисея? Вы когда-нибудь врали для того, чтобы как бы что-то остановить? Вы когда-нибудь оболгали кого-то для того, чтобы как бы выглядеть лучше? Бетахшилу, нахон? Конечно, нет. Ацлену рак цадиким по. У нас только святые здесь. Не, ну слыхал. Лжесвидетельство – это уже лжесвидетельство. О, боу нисакель, маза идут шекер. Давайте посмотрим, что же такое лжесвидетельство. Ани йоде. Я знаю. Бейт мишпат. Это суд. Они Йошев, и умер этот шекер негед бен адам азе. И я сижу в суде и говорю, рассказываю какую-то ложь о подсудимом. Идут шекер, нахон? Это ложь, это лжесвидетельство, да? Ине анахну хаврим.
יושבים בפיקניק. А тут мы друзья сидим на пикнике. ואני לא כל כך רוצה שהמשה הזה יהיה חבר לשמוליק הזה. И я не очень хочу, чтобы Моша дружил со Шмуликом. ואני מתחיל לספר ליוני, יוני, תקשיב, המשה הזה הוא באמת בן אדם זבל, אני אומר לך. הוא אמר נגדך כאלו דברים שאתה אפילו לא מדמיין. И я говорю Йони, разговариваю с Йони, с которым я не хочу, чтобы они дружили, и говорю, ты себе не представляешь, какой ужасный этот человек Моше. Он про тебя такое говорил, ты даже себе не представляешь. Йони Матхил, вуаля. И Йони говорит, вау. Они, вау, хлакти то это сэндвичем шли бабицы. А я с ним бутербродами в школе делился. נתתי לו את הקולה שלי האחרונה. Я последнюю колу ему отдал. והוא ככה מדבר איתי? А он так обо мне говорит. וואלה, אתה יודע מה? אני חבר שלך. Все, ты знаешь, теперь я твой друг. שהמשה הזה, שמוליק, שילכו. שמשה этот, чтобы ему было на здоровье. לא נגיד לאן. Да. זהו, אנחנו חברים הכי טובים. А сейчас мы самые классные друзья. עובר זמן. Проходит время. אנחנו גדלנו קצת. Чуть-чуть подросли. Шахахну аль дворим шаю баялдут. Забыли то, что было в детстве. В Йони погешет Моше. И Йони встречает Моше. Бетеля Шумер. В больнице, в смысле? Почему-то в больнице Теле Шумер. Окей. Теле Шумер, это не только бейт холим, это гамма макомов, что мы гасим для цава, Мотек. А, окей, они встречаются, да. Ой, вшар, гамбе телешумер бета холим, бияхад им регель жбура, эхад ми гам шини. Окей. Эхо аитим, бо фанаем, кило, нафально. Встречаются они в телешумере. Хотите там, они хотите в военкомате, хотите в больнице, как ваше воображение больше представляет. В Йони угадал, квар, умер, может, валата зевел. Йони, он подрос, так обрел, так смелость, и говорит Моше, ну какой же ты все-таки мусор. Лама ты барта нигде колька хра. Ты почему обо мне вот тогда так говорил? Вала, они? А Моше говорит, я? Мата ты барта нигде хра. Когда я против тебя что-то говорил? Они, раиты ше не вгата, вы азавта, вы... Анахну лоайну хаврим ютер, а вален лоай ванти лама. Я видел, что ты как бы почему-то обиделся, ушел, перестал быть со мной другом, но я не понял, почему. Лама, так гид ли ахшав, анахну как гадаль, но алхим ли цава. Скажи мне сейчас, мы уже выросли, вот вместе идем в армию. А та юдема? Ты знаешь что? А Сергия за мебатьям. Почему сейчас сразу Сергей? Вот я хочу понять. Короче, а Сергей из Батьяма? А та юдема уама? А почему не Адам? Сэр, лоха шува Адам, окей, Адам из Батьяма, сэр. Окей, Адам из Батьяма, почему из Батьяма сразу? Седер, мы решен лицион, но пошел. Давайте. Кого не соем, а? Окей. Так вот. А ты где мало Амар Леха? Ты представляешься, что он тебе сказал? Ло, ло Амар Леха, Амар Шата, Амар Талай. Ты знаешь, что он мне сказал, ты обо мне говорил? Ло Амар Тиклун. А я ничего не говорил. וואו, כל השנים האלו אנחנו בעצם לא היינו חברים, בגלל שהאדם הזה... Итак, все эти годы мы не дружили из-за этого гадкого Адама. בגלל שהאדם הזה שקר. Из-за того, что он наврал. הוא נתן עדות שקר. Он лжесвидетельствовал. О, ну באמת, עדות שקר. או, היה ילד, ну באמת. Ну, подумаешь, ну ты уже просто преувеличиваешь лжесвидетельство. Он же был просто ребенок. אם אנחנו לא נסביר לילדים שלנו מה זה עדות שקר מילדות. Если мы не научим, не обучим наших детей, что такое лжесвидетельство с детства. אז אנחנו, או הם, חס וחלילה כמובן, יגיעו למקום של בית משפט איפה שהם ישקרו. То в какой-то момент жизни они могут оказаться в суде, где они будут лгать. И лжесвидетельствовать. О, мишу и шалем лаем кесов, и агид лаем, яла, каха так кесов, а валата цвих лагид каха ва каха. Или кто-то даст им деньги и скажет, возьми деньги, но ты должен в суде сказать так и так. О, та ядема, ло кесов, а вал, тишма, если кшарим, вала лазма. Или... Та тагид каха, ани мале леха каха, маскорот, михонит, телефон. Окей, okay, да. Семла яфа, вы ата мисуда. Да, или я тебе обещаю должность, я тебе обещаю позицию, я тебе обещаю машину, подъем, повышение по службе, зарплате, но ты пойдешь, платье, да, но ты пойдешь и будешь лжесвидетельствовать.
Пастор, ма бемед, на, аль тасе по театрон. Ну, пастор, перестань клоунадой заниматься. Лецарейну зе ло колках театрон айом бехаим шелану. К сожалению, это нет спектакль в нашей жизни. Тистаклу ма коре бемимшела. Посмотрите, что происходит в правительстве. Тистаклу ма коре беасаким айом баарец. Посмотрите, что происходит в бизнесе сегодня. Кама мишакрим айом. Сколько сегодня людей лгут. Кама мишакрим бемехерим. Сколько людей лгут, как бы завышает цены. Кама гонвим. Сколько воров. Кама ло мишалмим эта несим? Сколько тех, кто не платит налоги? Ну, несим аль тига, окей? Налоги не трогай. То вон лойга. Я не буду трогать сегодня. Аваль бехол зот хевре. Но тем не менее, друзья. А хевра шелану айом, кольках рахука мима ше Элохим бемет раца лирот. Наше общество сегодня настолько далеко от того, что Бог хотел видеть. Вма шо он натан ле Моше. И то, что он дал Моисею. Бемет айом не рак мо агада. Сегодня это выглядит как сказка. А, бемет. Сефер Моше, 5000 лифней, 5000 шана лифней. Я модерный, ну, ты турецкий. Ну, бэмэт, то есть серьезно, ты думаешь, мы сейчас будем сидеть, читать пятикнижие Моисея, которое было написано 5000 лет назад? Ну, что, будь более современным. А, дебати паме махоти. Как-то я разговаривала с сестрой. А Мартила, альта си каха ве каха. И я ей сказал, не делай так и так. Лама. Она сказала, почему? Ки каха катув бе танах, бе турат Моше. Что так написано в Ветхом Завете. Бе китвея кодыш. В писаниях священных. Мата рацинину бемет. Я наверное сказала, ты серьезно? Ну серьезно. Мата бемет и красефер шел хамешелев шана. Ты серьезно будешь читать книгу пятитысячной давности и типа воспринимать ее всерьез? Зело рацини айом. Это несерьезно в наши дни. А бемет? Ну да. Авал им гондвим имха, так цат отцува харезе, ло? Но если у тебя украдут что-то, ты читать грустный после этого. Алло. Или нет? А, беседр, зато, все игнову. Ну, классно, пусть воруют. Ло мишалмим леха маскорот, маспик. Тебе не платят зарплату? Гонвим кесев мя маскорот. Тебе как бы твой работодатель не доплачивает? А, за беседр. Да, нормально. Мишакрим негдеха бебейт мишпат? Тебя врут против тебя на суде? О, за наим беседер. Это тоже приятно, да? Зело погеби. Да, подумаешь. Зоним айом хаврим килу шелха, о ло хашув шелми, о зоним бемишпахот, а, зе гам ло норад. Происходят измены в семьях, между друзьями, ну тоже подумаешь. Ну, бемет, они кцат отцов, камуван, а нет, немножко грустно, но как бы это же не так серьезно. Аполот. Аборты. А, забихла лохашу. А это вообще не важно. Эрец Акдуша. Священная земля. Ам Исраэль. Израильский народ. Эфо нахну хаим айом. Где мы сегодня? Улай, сейчас אנשים יגידו, "Ма, ата хай бесерет." Может быть, сегодня люди скажут, "Ну ты вообще в кино попал, пастор." Окей, אנחנו נסיים פה. Мы сегодня закончили на этой ноте. אבל מה שבסנהדרין, מה שהם ראו בסוף. Но то, что в Синедрионе они в конечном итоге увидели. הם ראו פניו של סטפנוס כמו מלאך אדוני. Они вдруг увидели лицо Стефана, которое выглядело как лицо ангела. Зоэр, который светилась. Которая светилась. Давайте закончим и продолжим в следующий раз. Авину шебешамаем. Отец небесный. Анахну модим леха. Мы благодарим тебя. Модим леха рухех аль рухеха ве аль дварха шената лану адон. Благодарим тебя за твой дух и за слово твое, которое ты даешь нам. Ани моде леха аль кол асипурим шектувим шам ве анахну йохолим лилмод эт зе ве Я благодарю тебя за все рассказы, которые есть в этой книге, и благодаря которым мы можем и учить, и обучаться. И я прошу тебя, чтобы ты открыл смысл Писаний каждому присутствующему. Во имя Иисуса. Аминь.